что лучше, дороже там. Ну, стала популярная тема. Например, зефир за 60 рублей и зефир за 500 рублей. Сегодня мы будем сравнивать. Вот, ребята, зефир. Вот зефир. За, как можете догадаться, за сколько? 64 рубля и 24 копейки. Сейчас проверим их на прочность. Вот. Теперь вот это. Вот, ребята, теперь на разделимость. Так легко разделяется, а вот это не так уж легко и криво. Значит, один. Пока 1-1. Теперь дегустация. Самое вкусное. Сейчас я на себе поверну. Начали. Посылка вкусная. О, вкусная. Мне кажется, это вкуснее будет, чем вот этот. Я не ел. От сладкого заболела. Все, я больше не буду. Короче, посчитала за 64 рублей 24 копейки. Выигрывает. А вот это стоит 500 рублей. И тем более вот их здесь всего вот столько. 6 штук. Ну и всем пока. Я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Если понравился, обязательно поставьте лайк. И напишите, делать ли мне такие видеоролики больше. Пока.